Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилку 5. Ну, собор Святой Софии мне как бы нафиг не нужен. А, вот эти вот арены мне надо поставить, и потом большой цирк шлепнуть. Вот. Ну ладно, давайте, наверное, еще одного рабочего воткнем. Так, этот уже почти дошел до своей точки. Тут еще 3 хода. Ну, я думаю, все хорошо будет. Чем больше рабочих, тем больше у меня будет всяких... Вон, тут винишко добавляют уже все. Сейчас на железе тут работать начнут. Да, чем больше рабочих, тем сильнее будет у меня экономика. Рабочие тоже нужны. Вот. А что вот это такое? А, достаточно для приобретения. А что мы можем? А я не знаю, что мы можем. Ну, пока пусть Вера. Так, ну я предпочту вот здесь на холме город, наверное, поставить. Так, ну только мне пока этот самый. Пока, ребята, ничего не ставьте. Пока у меня здесь 2 хода еще над колледж не построен. Сейчас построим здесь этот самый, и нормально. Так, и надо бы армейку ставить. Вот, ну ладно, сейчас займемся этим вопросом. Вопросом армейки. Так, хоть что-то города-государства стали медленно ходить. Так, можно принять общественный. Мне бы общественный как-нибудь на этот, на моральку бы принять. Хотя, что там с этой моральки? Так, ты пока ничего не делай, еще ход. Принять институт. Так, золото для городов-государств возьмем. Нормально. Так, ну и все, и следующий ход. Бродобур кто-то построил. Ангарбат такое себе чудо фиговое. Ангарбат такое себе фиговое чудо. Так, ну сейчас у нас аренка построится. Настроение будет эгегей. Так, вначале стрелять лучше по лучникам, потому как... Тут рыцари. Так, что у нас национальный-то этот построился? Да, в Куске построился нацколледж. Все, можно закладывать здесь город. О, мы Веллингтон нашли. Ну, как прекрасно. Так, в Куске построился. Ну, собор Святой Софии, мне как бы это мне не нужна. Вот, давайте, наверное, конюшню построим. Пока у нас... Хотя довольства у нас нет. Давайте аренку все-таки построим. Ебану его нафиг. 3 постройки типа арены. Да, арена нам нужна. Так, а здесь давайте, наверное, начинать строить потихоньку армеечку. Так, ну тут, естественно, мы идем стандартным этим. Монумент, вся фигня. Потихонечку пойдем. Хайли Селасси вошел в Средневековье. Чё-то Хайли Селасси... А мы в Средневековье вообще? О, а хорошее ты предложение делаешь. Я тебе продам открытые границы. Они берут открытые границы, но никто не ходит. Поэтому... Что там делов там? Так, лукаря сняли. Здесь давайте обстреливать потихоньку этот лагерь варваров. Нормально.
Блин, к Куско приперлись. Ну ладно, сейчас мы займемся строительством войск. Вот, нормалек. Пойду в Ведьмачка залипну, пишет Высший. Иди залипай. Так, все, сейчас тут у нас этот самый. Так, в Куско появился Писака. Так, выбрать проект. Готов рабочий. Амбар нам не нужен. Собор Святой Софы нам не нужен. Можно либо еще одного посела. Я, наверное, еще одного посела поставлю. И вот где-нибудь вот тут на коровах, чтобы тут как бы города. Побольше городов. Так, ты давай в авторежим. Они миссионеров хотят направить. Да мне пофиг на их миссионеров. У меня все равно религии нет. Так, давай, наверное, создавай свой политический этот трактат. Потому что шедевры мне не нужны. Мы тут в туризм явно не выйдем. Хотя, кто знает, но вообще явно мы тут в туризм не выйдем. Блин, а почему не может Куска обстрелять вот этих через одну клетку? Ты чё? Тоже мне город странно. Ферму разграбили мне. Ну ладно, пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Да, сейчас мы городов тут наляпаем побольше. И будет у нас такая империя с кучей городов. Вот, теперь может обстрелять. Это, видимо, гора мешала. Или хз. Так, караван проложить. Блин, ну почему я не могу проложить никогда, никуда. Так, а если я вмачу этот караван? А ну-ка, смирните родной город на мачу. Давайте вмачу караван. Нормально. Кстати, опять у нас довольство упало. Мама, не горюй. Ну ничего, поднимем. Вот и Святую Софу побахнули. Да, эту на какавку меняю. О, нашли, кому медь загнать. Здорово. А винишко у меня вогнали в сеть? Да, винишко вогнали в сеть. Блин, короче, писец там. Да твою ж налево. Выбрать проект. Так, вырулили мы потихонечку этот. Давайте рынок. Нужны нам эти самые. Так, юнит ждет приказа. В хайр можно проложить. Ну давай в хайр. А что ж делать? Там наука одна будет. Так, сейчас у нас пойдет образование. И мы будем покупать везде. Блин, я вот помню, я... Этот самый, когда играл через богословие, это вообще такая читерная хрень была. Я университеты, лаборатории просто скупал. Там у нас было, по-моему, верование или как оно. Короче, это, конечно, жестко. В вашем городе появилась религия. А что хоть интересно, эта религия дает? Ну ладно, пофиг потом. Посчитаем. Хотя, вообще, на самом деле, надо же посмотреть. Может, мы можем, вон, мечеть можем купить. Давайте купим мечеть. Пока эта религия у нас есть. Что дает мечеть? Подождите, а где я могу купить мечеть? Я думал, это эта религия мне позволяет купить мечеть. А нет, нифига. А где я могу купить мечеть? Здесь, что ли? Добыть того не могу. Нет, не здесь. А где? А, вот тут вот. И что дает мечеть? О, одно настроение дает культуру. Ну, что, нормально. Купим мечеть. Так, тут, кстати, захватили этого пророка. Блин, короче, беда. Этот, зараза, забрал... забрал моего, короче, этого чувака. Так, ладно, давайте, наверное, идти сразу в астрономию теперь, потому что, ну, как-то это дело
Есть, хорошо. Так, и по науке давайте вкуска я куплю универ. Все-таки универ это тема. И здесь куплю универ. Вот, чтобы мы по науке как-то, ну, быстрее ехали. Потому что мы что-то по науке отстаем. Блин, и надо что-то делать с этими варварскими лагерями, потому что, ну, это трындец какой-то. В смысле, варварами, которые тут этот хозяйничают. Да они мне тут поразграбляли, блин, все, что можно вообще. Позахватывали моих... Ну вот куда? Вот это вот... этот... Вы видели, что сделал этот чувак? Он походил вот этим на эту клетку, вместо того, чтобы убежать. Вот такая, блин, авто... автохрень. Так, ладно, давай, короче, на авторазведку дуть. Задолбался я этими рулить. Дайте мне здесь тогда... А, у меня уже денег нет. Выбрать проект Ангарбат. Давайте Ангарбат построим инженером. Я просто вообще сомневаюсь, что мне что-то удастся поставить инженером. Блин, ну зачем он отдал моего рабочего? Я их строил для того, чтобы он их так отдавал. Ладно, надо оборону строить. Что-то тут варвары ко мне непонятно откуда приперлись. Вон, тут, кстати, рабочий сидит. Сейчас у нас тут медколук построится и пойдет. Ну, ничего страшного, рабочих можно вернуть, это не проблема. Они тут у меня их и так есть достаточно. А, хотя они ж убежали, они ж повели своего миссионера. Стоп, все он правильно. Он, видимо, это просчитал. Опа, мирные жители были захвачены. Ты издеваешься? Так, выбрать проект. Готов Ангарбат? Здорово. Одна постройка арены в Коричите, блин, нужна. Ну ладно, пока у нас этот. Давайте меткалуков тоже строить пока мест. Так, тут готовы постелы. Здорово. Караван не можем, сад не можем. А, университет здесь есть. Ну, амбар нам тут не нужен. Давайте тоже метка луков. Так, а поселов я хочу поставить куда-нибудь вот сюда, городок, где коровки, где пшеничка. И нормально будет. Так, метка луки готовы. Давай еще, хотя не, подожди, мачу, что тут можно? Тут он можно университет. Мы сразу университеты давайте будем клепать. Вот, Тикс и Нормальдис. О, новая религия. А вот интересно, а мечеть осталась, да, вот у меня, или что тут, тут у меня не было, тут вот я сейчас как раз смогу что-то купить. Ну нормально, нормально, в принципе. Так, погнали, значит, к этому лагерю варваров. Сейчас нам надо тут освободить мирных жителей, которые были захвачены. Ля, почему вот здесь 7 еды? Она чё, прокает от клетки с горой, что ли? Это ферма-терраса. Охренеть, это круто. Ну да, вот здесь 6. Видимо, от клеток с горой она как-то получает бонус какой-то. То есть вот тут вот на этом холме будет тоже 7, да? Охренеть, круто. Города будут отжираться эпично. Ага, рабочие, видимо, бегут этот ставить. О, а вон мои рабочие. Так, кто может обстрелять? Столица? Пусть обстреливает. Сейчас еще меткалуки построятся нормально. Так, поселы пришли сюда. Сейчас мы тут городок тоже воткнем. И нормально будет. Сейчас еще рабочих по этот самый поосвобождаем. Ну, в смысле, себе позабираем. Надо мне больше рабочих. И нормалек.
Блин, ну конечно, по довольству мы проседаем очень эпично. Так, давай этот самый город тут ставь. Что ж делать нам с довольством? Так, ладно, выбрать проект. Метки и луки готовы. Храм нам не нужен. О, караван-сарай. Давай отсюда ставим. Так, выбрать проект. Ну, давай с монумента тоже начнем. Меткими луками стреляем. Так, нормально. Тут караван, давай в Ванкувер пошел денежку носить. Все, сейчас мы варваров истребим, все тут починят, все нормально будет. Ничего страшного. Наверное, еще вот тут городок поставить, где-нибудь уран потом найдем или что-то типа такого. И нормально, дыс. Все будет. Так, ну и как у нас демография сейчас по этой, по науке? Блин, сильно отстаем мы по науке. Не пойму, почему мы сильно отстаем по науке. Так, ладно, выносим этих копьеносцев, кавалеристов. Так, готов монумент. Нужна здесь библиотека. Ну, вообще нужна арена. Ну, ладно, поставлю пока библиотеку строится. Так, меткалуки. Сюда передвинулись и сюда шандарахнули. Нормально. Так, вы давайте здесь. Все, нормальдыс. Нормальдыс, хорошо. Вот, тыкс. Ча, все нормально тут у нас будет. Ну, немножко покоцали нам столичку. Ну, ничего страшного. Ну и фиг с ним, пусть покоцали. Так, ты давай обстреливай этот лагерь. Караван. Тоже давай в Ванкувер, давай, бабки нужны нам сейчас. Так, пошли в эту сторону. Отсюда они откуда-то приходили, значит, там лагерь варваров. Значит, его надо уничтожить. Уничтожим, значит. Так, скоро у нас, кстати, этот опять общественный институт будет. Что же немаловажно. Что тоже немаловажно. Так, а эти сволочи обстреливают меня. Ну, давай заградительным. Посмотрим, кто кого круче. У вас достаточно, чтобы что-то купить? Монастырь покупай. Не знаю где, но пусть покупает. Блин, одних мы оттуда, значит, выкурили. Сейчас туда другие засядут, да? Охренительно. Так, ну вот этих меткалуков все-таки лучше убирать, потому что они нас убьют раньше. Вон тут Да, давай, Хайли Селас, сотрудничать с тобой. В принципе, мне не жалко. Так. Так, можно принять общественный институт. Ресурсы. Так, скоро мы закроем меценатство. Так, ты давай в этот в замок и укрепляйся. Вот он, лагерь варваров, из которого эти все сволочи спавнились. Ну, а тут чувак настреливает себе ранг.
Красавчик. Пусть настреливает. Кстати, мы можем еще торговый караван поставить. Так, открытые, хорошо. Открытые границы, согласен. Мне как-то подав фонаря вообще на открытые границы. А откуда здесь вообще мои мирные жители были? Кто мне расскажет? Вот откуда они там были? Чё они туда шли? Не понимаю. Так, сад. Сад садом, конечно. Стены, казармы, караван-сарай. Давайте караван-сарай тоже поставим тут. Так, давай сюда двигайся, лучник. Нормально. Ладненько, ребятки, давайте я тогда на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибище за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. Нет, договор об исследованиях, мне денег жалко. А с вами был Шашлык.